Привет, дамы и господа, мы сары и сарихи, при этом от Твича, при этом от Ютуба. Сегодня мы скрафтим два сундука легендарных, сегодня мы еще рассмотрим акцию. Просто пипец акция. Шанс пол... И тоже, я сначала захожу, шанс получить легендарный свиток. В смысле шанс? Я думал, что он там как-то на рандоме, может в рулетке какой-то выпадет по акции. Думаю, да ну нафиг, комтуаз, а какой нафиг шанс? Мне же как обычно не повезет, но нет. Тут все... Красиво. Дорогие игроки, особая акция для всех заклинателей. Завершите ежедневное задание и получите легендарный свиток. Гарантированно вызов 4-5 звезд. Но обычно легендарка. Вряд ли они ее там как-то будут подкрашивать. Так, расписание акции с 5 декабря по 20 января. Короче, эта акция почти на 2 месяца. Успеем сделать. По сути дела, за 20 дней полностью выполняется акция. Ну, к этому мы перейдем чуть ниже, спойлер. Так, подробности акции. Завершите ежедневное задание и получайте легендарный свиток. Легендарный свиток, свиток, который... Понятно, одно и то же пишут. Завершайте ежедневное задание, чтобы получить каждый день. Мы будем получать 30 единиц энергии и 50 тысяч маны. Тоже дополнительный бонус. Итак, задание. Использовать ману. Выполнить задания какие-то. Может, они будут рандомные, а может, они какие-то будут статические. Усилить трону. Ну, мне кажется, использовать ману. Типа, потратить 50 тысяч маны, получишь 50, да? Выполнить задание. Сходи, не знаю, потеребись со своим соседом. Не знаю, какие будут задания. Усилить руну. Ну, наверное, точни там 3, может 5 раз руну. Скорее всего. Так, войти на арену. Подземелье Кайрос. А, ну да, точно, это же дейлики. Фактически. Вызвать трехзвездочного монстра. Это нифига не дейлики. Да, трехзвездочного плюс монстра. Интересно, это нужно будет каждый день делать? Может, здесь написано? Мне лень читать, извините. Если прочитаете, поправьте мне. Вызвать 3 плюс звездочного монстра. Я не знаю, может здесь есть где-то пометка в самом низу. Засчитается ли, если я с SD-шки призову какого-то монстра? Или нет? Вот что мне интересно. Может засчитается? Ну просто не хочется открывать свитки для вот этого. Ну прям не хочется. Не надо. Использовать монстра друга. Я не знаю, сколько раз там нужно его использовать. Будет 3, 5, 10. Использовать кристаллы. Наверное, кристаллов 30 там нам надо будет использовать. Ну, вряд ли 10-15. Скорее всего, 30 или 50 кристаллов нужно будет якобы потратить. Награды за совершение, за завершение задания, извиняюсь. Особая награда для игроков, которые завершили все задания. За первый день увеличитель опыта 12 часов. Ну, буст покачайте, корм. Я думаю, он всем понадобится, если не сгниет в инвентаре. Третий день 100 единиц энергии. Пятый день таинственный свиток. На седьмой день нам дадут 200 тысяч маны. Я так понимаю, вот эти задания, наверное, мы будем выполнять каждый день. И, соответственно, каждый день выполняя, у нас тут как бы типа один день засчитывается. На второй день то же самое, на третий день то же самое и так далее. Так, таинственный свиток нам дадут один мистик, 200 тысяч маны на седьмой день через неделю, на десятый день. А что так мало? 20 древних монет. Они нигде не забыли дать еще 30. Ну ладно, 20 так 20, хорошо. Прям такой, я вот в ванную, когда иду, я такой... Толя, спасибо большое за поздравление с днем рождения. Пожалуйста. Спасибо тебе, Флэшфокс. Спасибо тебе огромнейшее. Надо, кстати, гифки поправить. Видите, они как будто вытянулись как-то так. Ну, типа, некрасиво. Надо будет зайти в каждую гифку и ее поправить. Ужас, блин. Я перешел на этот алерт-бокс. Пипец просто. Все эти гифки пошли по пизде. Извините. Спасибо тебе, Флэш. Спасибо тебе. Еще раз с днем тебя рождения. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо. Без проблем, потому что твой донат еще 6 минут назад. Вот ты его отправил. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо тебе. Так. Не вырезай это, пусть все видят, какой ты добрый. Я добрый? Типа я поздравляю с днем рождения? Я нифига не добрый. Я крысный урод. Так, поехали дальше. Так, день 15. Дадут 4-звездочного пельменя. Ну, стандарт. И легендарный свиток на 20-й день. Чисто в теории, да, если так посчитать, включительно... Смотрите, 5 декабря, то мы уже 25-го, 24-го, там я не знаю точно как с 5-м днем. В общем, 25 декабря мы уже сможем получить легендарку, правильно? И на Новый год плюс 1 лего. Прикольненько. Не знаю, что мы будем делать еще оставшийся месяц. В общем, насчет вот этих заданий я пока не понял. Ну, 5 числа мы все увидим, да, так, чтобы я не наговорил всякой фигни. 5 числа увидим. Акция, самое главное, хорошая, акция офигенная. 100 там энергии, там 200 маны. Единственное, я вообще не заметил нигде кристаллов. Может, где-то проглядел, но кристаллов нет в акции. А там кристаллы тратить надо будет. Верните нам кристаллы, Комтуасы, вы чё? Но дадут зато там пельмешика там 4-звездочного. И самое главное, легендарный свиток. Мне кажется, мотивация такая хорошая получить. Но акций еще будет очень много до Нового года. Еще с Вангую, я же говорил, еще будет акция на Девалмона.
должна быть обязательно. Суббота, воскресенье, там в пятницу включительно будут акции на всех ангелов этих, на всех там, на радужного ангелмона рандомного 3-4 звезды, по-моему, да, дают, я не помню, или от 2 до 3 звезд, и в воскресенье нам дадут Диалмона. И еще будет пак, ну, если вы донатите в эту игру, новогодний. Вот тот, который пак сейчас ввели, это не новогодний пак, это такой, знаете, предвариловка. Еще, скорее всего, будет пак, что-то типа там с фоном для острова, для вашего, вот, собственно, для вашего профиля, и наверняка там будет еще 100% первач. Если вам это интересно, наверняка это уже традиционно Кунтуаса вводит очень часто. Попробуем сегодня еще скрафтить еще два легендарных сундука. Прошлые два сундука мне прям понравились, они вообще были зачетные. Мне прям эти сундуки зашли. Не знаю, как кому, напишите в комментах, что вам интересного выпало с сундуков. Я же думаю, вы тоже уже, да, не первый раз их открываете. Многие новичкам, конечно, не посильно открывать эти сундуки, но те, кто уже фармят питонов, то, конечно, эти сундуки, оно того стоит. Прям круто. Ну, поехали. Первый. Сто тысяч маны, Карл! 100! Просто соточка! Вы посмотрите, джекпот. По-моему, 100 это максималка. В прошлый раз кто-то писал, по-моему, Русмин, что ему выпало 100 тысяч. 100 кусков маны. Неплохо так. Отбил, да, денежку? Мистичек. 10 камушков. Кстати, мне тоже в прошлый раз. И? Ну что, ребят, что думаете? Какая здесь Виолентруна? Да. Буду байтить, как обычные блогеры. Поставьте это видео на паузу и спуститесь в комментарии и напишите, как вы думаете, какая здесь будет руна Виоленте. Как будто это кто-то делает. Так, хп не процент, устойчивость, скорость, сила атаки 20-30. Понятно, тролли. Мало клипов наркоманских, мало? Да? Никто не делает клипы, ленится. Так, ну мне кажется, здесь будет что? Ладно, я делаю ставку на защиту процент. Там написал, блядь. Так. Никто не угадал. Забаньте тех, кто не угадал. Ну, точность, типа, наверное, это лучше, чем резист. Ладно, оставляем, пускай будет. Кому-то да закатит. Хай буде. Так, и еще один сундук. Ну, мне прям понравился сундучок мистичек. Я вам еще в конце покажу, сколько, или прямо сейчас покажу, сколько у меня мистиков купится на Новый год. А, ну, это какая-то херня. Так, это мы продаем. Ну, 150! Просто 250 тысяч маны сундуков. 250 кусков! Больше бывает? Может, и пол ляма бывает, я не знаю, может, мне не везет. Но мне кажется, 150 это уже предел. 150 тысяч маны, господи, за раз! Как будто рулетку, да, прокрутил. И? Ну, мне такая не нужна, новичок бы, конечно, оставил. Так, и... Ну, ребят, что здесь? Надеюсь на скорость. Потому что всякая хп защита у меня валяется, этого мусора в деспайре очень много. Давай скорость. Четко, точно идем к успеху. Продаем. Еще 30 тысяч маны. Ну, не фартануло. Тут, как говорится, лох пидор, все дела. Идем на ГВ. А стоп, сначала покажем свитки, потом идем на ГВ. Меткость просто на уровне бога. Смотрите, 4 пасифика. Один рыжий свиток, уже 5, да? Дальше, легендарки 9, плюс 6, 15. Давайте просчитаем, над златом почахнем. Уже 5, плюс 9, 14, плюс 6, 20. Еще 2 будет за 2 башни, нормал и хард, декабрьские. Еще будет легендарка с этой акции. В сумме 23, правильно я считаю, если что? Ну, поняли. Так, дальше, ЛДшки. Здесь, ну, точно будет 300 кусков, это к бабке не ходи. 300 это 6, да, плюс 13, 19, еще будет 2 штуки за башни, 21, за 24 день 22, ну и может какую-то еще акцию запилит этот свиток, ну типа пока 22, это в сумме 45 уже, 45, хорошо. Так, здесь считаем, 87 плюс 23, это получается сколько? 110, 134 свитка уже. Естественно, здесь будет намного больше их, намного. Здесь минимум будет сотня, и этих, наверное, где-то по тридцатке будет. Потому что я в основном приоритете скупаю ветреные свитки. Но пока сколько у нас получается? 100, так, 100, 110, 134, плюс 45, 140, 134, и счетовод любитель. Так, 134 плюс 45, 179, правильно я посчитал? Если что, считайте вместе со мной. 179, и вот еще 405. Уже считаю фактически 600 свитков. А до Нового года еще целый месяц. Поэтому я вангую, что будет где-то
750 в сумме свитков. Без камней, потому что камней я пока не знаю. Я посмотрел призыв, который будет вот... О, обновился, отлично. Вот призыв, мне вот этот типа нравится, но мне не нужен фунгпэк, спасибо. Мне не нужна паладинша, потому что она уже есть. Да, и Зайрос, только ради Зайроса. Четверки все здесь отсосные, но они мне не нужны на скиллы, имеется в виду. Разве что пирату зафулить третьему скиллы, и все. Больше эти говнюки мне, по-моему, не нужны. А, ну ладно, еще варвару бы доточить. Ну, короче, если не будет ничего лучше, то, скорее всего, на вот это, на вот этом призыве я буду, типа, пытаться добыть третьего дракона. Буду матерью трех драконов, по-любасу. Попробуем добыть это все дело. Или будем смотреть, что там будет через 20 дней лучше. Может, совпадет так, что на Новый год будет хороший призыв, и камни тогда тоже пойдут на Новый год. Ну, уже 1800 камней, еще там башня соточку даст, еще всякие дейлики, там ачивки, прочее, бла-бла. Короче, будет, я думаю, где-то к Новому году по 1003 точно камней. А это еще 60 призывов. В общем, где-то, если совпадет с камнями, 800 свитков будет. Это абсолютный рекорд на стриме. Чтобы на одном аккаунте открыли 800 свитков, такого ни разу не было. Предыдущий рекорд был 650 свитков, и это не мои. Это от Ронди мы открывали. Это видео есть на ютубе, можете поглядеть. 650 свитков мы ему открывали прямо на стриме. Поэтому на Новый год мы будем все это дело открывать ближе к Новому году. Не 31-го, я не наркоман. 31-го на 1-го я стримить не буду, естественно. Наверное. Ну, я не стримил предыдущие 2 года и не буду. И 29 числа заходите на стрим, будут подарки, все дела. 29 числа 3 года, как я впервые запустил стрим. Ровно 3 года каналу Arrakis Games. Ровно 3 года. И мы будем там... шалить, бухать, разыгрывать призы и прочее. Ладно, бухать я не буду, но мы кучу всего разыграем. Так, поехали дальше. Еще в скором времени мы разыграем, скорее всего, вот такую футболочку, да, прям на стримчике. Мы уже разыграли такую белую. Это моя футболка, я ее просто показываю, да, вот. На ней написано «I hope in Net 5». Короче, я надеюсь на пятерочку. Можете одеть на свою девушку, ну и как бы надеяться, что у нее в сумме хотя бы получится пятерочка, поняли, да? Ну или на свою плоскую бывшую. Размер футболки XL. В общем, на мне она смотрится, ну, нормально, можно и на улицу выйти. Так что такая вот футболочка пахнет маленьким китайским ребенком, которого заставляют после школы это шить. Вы поняли? Футболка офигенная. Это не наклейка. Это не наклейка, это как бы, ну, вот пошито так. Давайте будем бить этого месье. Сюда мы возьмем что? Здесь у него есть агр, здесь у него есть раскол, здесь у него есть хорошая дамага, плюс антигланс-система. Это можно пробить, естественно, копером. Это можно... изговнить Люшеном, но мы возьмем сюда сегодня новую уникальную пачку. Я вам покажу новую, некая даже, не то чтобы новую, кто-то, конечно же, обязательно напишет в комментариях: «Arrakis, да я такой пачкой уже 4 года воюю, ты мне втираешь какую-то дичь в соски. Что ты нам тут рассказываешь?» Но я вам показываю принципиально офигенную и новую пачку, которую наверняка никто еще не видел. Теперь показываю. Специально для этих целей я раскачал вторую Калли. Одел я ее через скорость, кридамагу, атаку. Она получилась достаточно быстрая. В будущем у этой Калли будет 180 скорости. Сейчас у нее 100, почти 160. Да. Дальше мы к ней добавляем гумункулшу. Гумункула мы делаем через ветку, которая называется уравновешенное поле. Или как, короче, в бою видите. Да, она уравнивает атакбар. Она его не заливает, она уравнивает. Поэтому эта пачка офигенная против панды света. Панда света не реагирует. Кто не знал, как говорится, лайки, подписки, на-на-на. И еще сюда мы добавляем какого-то массового ДД. Чаще всего заходит ваш достаточно быстрый Люшен. В чем фишка? Вы увидите в бою этой пати. Эта пати работает до того момента, пока вас кто-то не обгонит изначально. Если вас кто-то обгоняет, все, пачка не работает. Поэтому эту пати вы берете зачастую против каких-то танков или если вы быстрее. Первым у вас обязательно должна походить Калли. У нее в идеале 170 и больше скорости. У гумункулши на единичку можно сделать меньше скорости, чем у Калли. Но это не принципиально. Самое главное, чтобы она была просто медленнее, чем Калли. И Люшену вам нужно около сотни скорости. Так как он получит баф скорости плюс фулл атак бар, он пробьет любое тело, даже у которого будет 150 СПД. Он походит раньше. И сейчас вы это увидите. Здесь, правда, медленные куски говна, но вы это увидите на примере моей пачки. Так что вот такая вот уникальная пачка, которая специально сделана. Раньше вы ее наверняка ни у кого не видели. А может, и видели? 100 раз уже такое видел, да, я понял. Так, сюда мы кого возьмем? Здесь у нас и панда, и купол, и подхил. Естественно, мы берем сюда тетю Арни. Так, мы сюда добавляем еще Шрен, которая сбалансит, отхилит. И нам нужен здесь еще какой-то иммунитет, либо хил, или купол. Вот. Отлично. Тысячу раз так делали. Погнали тестить. Да я юзаю эту пачку. Фигня какая-то, я понял.
Разыграй поношенную футболку, сброс будет больше, типа, чтобы воняло аракисом, да? Смотрите, мы заходим, видите, скорость тупо одинаковая. Люшен 90 или 95, я не помню. Бафаемся. Видите, да? У этих говнюков сейчас типа 100% атак бара, но у них меньше было, чем у меня. Я сейчас что делаю? Смотрите. Быстрый темп юзаю. А здесь я выбрал, смотрите, операция альфа. Здоровье выбранного союзника плюс 30%, затем повышает силу атаки всех союзников. Не выбирайте другую тему, там у нее залив атак бара и отхил. Не выбирайте залив атак бара. Почему? Потому что против панды света уже эта пачка не зайдет. Вы спровоцируете пассивку панды света, если вы ее не убили с первого прокаста. А вам это не нужно, верно? А так у вас и баф на два хода появится, вдруг там Калли сдохнет, или у вас там будет затяжной бой. Да, это гомункул, Такито. Так, мы делаем что? Мы юзаем быстрый темп, потому что я сейчас не уверен, обгоню я его или нет. Но быстрый темп, он уравнивает всем атак бар. Он всем уравнивает атак бар. И им, и мне. У всех 100%. Но у меня баф скорости. А баф скорости в этом моменте решает как никто. И мы даем сейчас второй скилл самого жирного персонажа. Калли у меня это бьет достаточно слабо, так что не осуждайте. И будет бить еще слабее. Хорошая Калли, вот такая, как у меня одета, она должна бить 1025-30, это уже будет хорошо. Это не обычная Калли, которая бьет там 45 тысяч, у меня такая есть, не волнуйтесь. Это вторая Калли, которая специально сделана под эту пачку. Так, даем ульту. Здесь можно, неважно что сделать, там, сюда мы не ударим, потому что мы спровоцируем пассивку. 25% атак бара, это круче, чем баф скорости. Следовательно, он сейчас походит, и мне там кому-то кинет раскол, мне это не выгодно. Поэтому мы ударим, не знаю, ударим сюда. Да, и мы даем ульту, видите? Спокойно, четко, без всяких там воебонов мы даем ульту. Да, у меня может отъехать после этого Люшен, ну и царство ему небесное. Но мы его при этом подхиливаем, и у нас опять баф на атаку на два хода. Изи. И она, конечно же, не проточенная по скиллам. Вот так вот работает такая пачка. И такую пачку я могу сказать, что эта пачка работает начиная со среднего этапа, переходящая в лейт. Этой пачкой, подобной пачкой, можно люшенить в рубине. В двух и даже в трех. Те, кто видел подобную пачку у других чуваков, те скажут, что я действительно говорю правду. Потому что это мега офигенный пати, и советую на будущее вам такую заиметь. Потому что вы эту пачку будете использовать не как где-то там какую-то игрушку, а как нужную пачку. Как вынужденный состав ваших персонажей, который вам где-то может зарешать на ГВ, на захвате и, к примеру, еще и на арене. Так, даем сюда. Крашим ему хпшку. Здесь осталось ретеша-то мучить и все. Так, дадим так. Так, слип сюда. Классный слип, не понравился. Дотик, не. Слип. Так, сюда переключимся. Давай. Не хочу раскол, поэтому балансим. И кидаем себе купол. Если врага не мезис, какая разница? Так. Ты же залил атак бар, ты же урон не нанес. Правильно, Дарк? В этот момент ты все делаешь четко. Ты наверняка даешь скилл от Калли в того персонажа, у которого, скорее всего, нет Немезиса. Вот если бы сейчас у Паладинши был бы Немезис, да, сейчас было бы веселое видео, и все бы в комментах написали «Аракис, ну ты лошара». Было бы по-другому все, да, согласен, тут согласен. Тут нужно быть не то чтобы уверенным. Ну как ты будешь быть уверен, что у персонажа нет Немезиса? Тем более ты вносишь хороший такой кусок дамаги, ты снес больше половины. Конечно, Немезис даст доминацию, и персонаж после этого походит. В теории, если бы она сейчас была бы в Немезисе, я бы дал бы шатру, ну, второй скилл, точнее, этот, вот, разлом этот измерений, и она бы залилась, она бы, скорее всего, заюзала третий скилл, и тут же дала бы себе непобедимость. И после этого я, скорее всего, бы остался бы на кукане. Такое бывает, да. Я бы орал, да, конечно, бы орали бы. Вы бы не написали, что, ой, Аракис добывает, ты не расстраивайся. Написали бы, естественно, лох пидор. Конечно же, как будто я, да, первый день вас вижу в чатике. Так, сюда-ка. Угу, классно хильнулся. Так, и убей, 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 крит. Ну, дэмэдж дилер вуса. Ты же дамагер. Делай что-то, так, кусь. Все отлично. Что, кого там в жопу дрючат? Мазик, люблю вач... Боже. Мазика опять любят. Обижают Мазика. Рыцарь Роман. Не любят Мазика. Так, ну умри уже, господи. Дайте ему кто-то второй скилл или третий. Тупая Шрен, у тебя второй скилл был.
О, курва. Я Пьер Доли. Попробуем еще реализовать в этом пати этот состав. Но тут какой минус? Смотрите, в арха... А, знаете, в чем минус? Арх накажет, я согласен. Смотрите, я уже как бы спойлерю вам, как произойдет бой, если я сюда пойду этой пачкой. Я даю третий скилл. После этого заливаю всем атак бар и вынужден Калли ультовать. А Калли кританет. Наверняка. Я ударю, скорее всего, сюда в Хамона, спровоцирую пассивку Артамиэля, и после этого он подхилит Хамона, и я дам ульту от Люшена, и все. Я уже никого не убиваю. Разве что, может быть, я убью Артамиэля. Поэтому, видите, вот здесь уже, если обдумать, эта пачка не заходит. Зайдет, но ты проиграешь, спасибо. Вот сюда уже не закатит, к сожалению. Сюда можно взять банально сильного Люшена, какую-то Канамию, и взять Зефира, это лучше зайдет, чем все остальное. Но сюда мы, естественно, не возьмем это. Мы возьмем сюда с Копперфильдом пачку. Единственное, знаете, как мы сюда возьмем? Мы не будем брать сюда Коппера, он здесь не нужен. Мы возьмем сюда дабл. Вот так. Только лидерку мы поставим все-таки на защиту. Мы и так выйдем первые, зачем нам скорость? А так может не хватить хпшки. Мы сейчас заливаем Бульбазавра. Упоглазого Джо. Он убивает ему Артамиэля. Все, изи. А дальше мы остаемся 3 в 2, доминация, все дела. Даже если этот господин закидывает нам раскол, мы это все дело снимаем, так как у нас есть клинс. И убиваем его ретеша, либо там Хамона, посмотрим. Бюджет гильдии, да? Вот, изички, бризички. Ага. Так, а сюда мы возьмем... Кого сюда можно взять? А сюда можно на самом деле тупо, по-моему, пачку взять, да? Да, а вот сюда мы возьмем ту пачку. Изи. Мы просто ее проявим в другом пати. Так, где наш Люшен? Так, Люшен, Гумункулша и вторая Калли. Гумункулша и Калли у меня есть в альбоме. Если вам нужен доступ к альбому, напишите мне ВКонтакте. Это не бесплатно. А то мне пишут там типа, Аракис, дай мне доступ к альбому. Нет, не дам. Потому что альбом я сделал для себя. Если он вам нужен, вот что у меня есть в альбоме. Смотрите. В альбоме у меня 163 скриншота. Там есть полностью все мои 4 страницы достижений. Есть каждая пачка, которой я хожу на огненного питона, на водяного, на червей. Вот, все абсолютно пачки есть. Там портал измерений, сколько кем я набиваю. Кстати, вот этот альбом надо удалить, потому что он старый. Вот, здесь есть абсолютно все. Какой пачкой я набиваю 5 миллионов там, какой там и так далее. Чем я хожу на гидру, первая, вторая пачка. Тут есть мои рекордные время, не время, рекордные достижения по, ну да, по времени все равно выходит. На зале магии, зал света, зал огня, зал воды, ну там, где вы эссенции набиваете. Все есть здесь. Около 140 скриншотов всех моих одетых персонажей и даже тех, кого я раздел, они тоже здесь еще есть. Абсолютно все, как будто я вам дал логин и пароль, и вы зашли на мой аккаунт и рассмотрели все, как изнутри. Вот все есть в скриншотах. Каждый стат, каждый монстр. Допустим, скриншот монстра, да, а в нем в комментариях есть каждая руна отдельно скриншотом сделана. Поэтому можете понять, как я собрал такие статы, почему я собрал такие статы, и что у меня там 2, 4, 6, 1, 3, 5 и так далее. Какие у меня там статы. Поэтому, если нужен доступ к альбому, обращайтесь в ВКонтакте. Если вы его получили один раз, вы получаете навечно. Доступ к альбому вечный. Ну, по крайней мере, пока я играю в эту игру. А я не собираюсь ее бросать, поэтому один раз, да, получили доступ к альбому, он ваш навечно. Изи. Так, дальше, что мы здесь возьмем... Поехали. Я думаю, так закатит. Погнали. Доступ к сисечкам нет. В альбоме сисечек нету, простите. В альбоме все только по моему аккаунту. Моих сисек в альбоме нет, сразу говорю. Так, сюда-ка. Спасибо, очки, ты сырен. Ну, убьем нет. Тут все-таки шилда. Я надеюсь, что он окажется не мега жирный. Отлично. Он оказался мега тонкий. Ни о чем, в общем. Ни о чем-ка. Оу, как знал, да, что? Капнул, да, ретешек? Нежданчик? Я сам в шоке, если честно. На нем оказывается контратака. Так, попробуем Хамона убить. Но сюда мы не пробьем через купол и не будем пытаться. А вот сюда? Хватило? Хватило. Там шилдюню еще пробили. Так, сюда-ка. Ах ты, говняшка. Загрел. Ну, хотя у нас все равно еще скилла нету. Тихо-тихо-тихо, слей. Так, и сейчас у нас будет скилл. Мы обгоним его? Я думаю, обгоним. Сейчас он, правда, хилится, скорее всего, будет. Ага, ну понятно. Заливать его не вижу смысла. Заливаем дракона, чтобы откатить скиллы быстрее.
Поняли, да, как это все работает? Вот оно, да, вот оно. Вот когда, когда ты шаришь, когда ты считаешь скиллы в уме и откаты персонажей. Вот она, скиллуха. Да. И причем это уже на автомате происходит. Такой задрот мод жесткий, да? Так, бафаемся. Даем быстрый темп. И вот сейчас начинается небольшая выкрутка яичек. Как вы считаете, есть ли у этого козлика немезис? Вот тут такой вопрос, да? Типа, в кого дать рассечение? Ну, как бы логичнее дать в арха, чтобы его уже больше не видеть, правильно? Это бюджет нету. Да-да, я вам не верю, я лучше дам в арха. У арха... Тут хрен просышь, на ком стоит этот шилд. Но, скорее всего, шилд стоит на архе, мне так кажется. А на козлике, наверное, немезис. Ну, на арха почти никто не ставит немезис. Ну, как бы я не говорю, что это плохой комплект на него. Но никто почти не ставит. Чаще всего иммунитет здесь висит. Поэтому, как бы, если мы сейчас дадим в козлика второй скилл, он себя подхилит, зальет себя же, скорее всего, да, подхилится. В общем, еще и может кому-то там атакбар пополнить, хотя нет, он себе, по идее, будет, да, пополнять. Но неважно. И арх после этого еще его и воскресит. И арха я с одного прокаста не убью. Поэтому, типа, выгоднее убить арха, довести Теомарса до щита. Теомарс тут попрыгает, немножко подскачет, но он все равно должен сдохнуть. Поэтому, конечно, бей по зеленой стрелочке, спасибо. Бью по зеленой стрелочке. Спасибо. Надо будет вырезать все то, что я сейчас говорил, и просто бить сразу, и все, и не выебываться. Я понял. Хорошая пачка. Ах, ясно, понятно. Что? Я Теомарса не довел до щита? Чуть надо будет пересмотреть, наверное, запись. Что-то я не понял. 7000... Он что, через скорость хп-хп одет или как? У него Теомарс жирнее, чем Архангел. Это как? Карл? Я только сейчас его довел до щита, прикиньте. То чувство, когда у тебя Теомарс жирнее саппорта. Остановите планету, я выйду. Новая мета, ребят. Это план. Да, мы не довели Теомарса до оргазма. Это жестко. Нападали на чувака, у которого стоял Зерату в дефе. Он, короче, с двух ударов не пробил даже купол в усы. По светке. Так, а где она? На складе валяется или что? Наверное, на складе, да, лежит? Лежит, да, вот она. Так, и нам еще нужен какой-то либо... кто нам еще нужен? Может, какой-то бы раскол, что ли? Хотя здесь... Так, или дамагера какого-то. Взять Варвару. По-моему, неплохо заходит. И лидерка как раз, и дамага, и бафы своровать может. Ага, рок был в прошлый раз, да, я помню. Да, я думаю, так закатит. Еще раз так делал. Так, а сюда мы возьмем тогда тоже арха. Ой, тоже арха, тоже паладиншу. Возьмем арха. Арх плюс паладинша не сильно жирно будет. И типа какого-то дамагера. Там-та-та-та-там. И типа какого-то дамагера, что-то типа чел. Нам бы тогда убрать либо паладиншу, либо арха. А то как-то смотрится пришей кобылий хвост. Так, возьмем с иммунитетом или без иммунитета. Так, сейчас, секунду. Где у меня с иммунитетом? Так, второй с иммунитетом. Да, есть. Так, с иммунитетом или без иммунитета брать? Давайте с иммункой возьмем. Так. Брать обоих челух. Ага, если бы можно было бы. Так. И возьмем мы еще сюда иммунка. Даже если он первый типа походит, можно взять еще Верада, наверное, да? Или все-таки какой-то раскол, типа Аннабельки. Аннабелька тоже с иммунитетом. Лидерку возьмем на устойчивость. Да, возьмем, оставим на устойчивость. Так. Так, поехали, да, я думаю, так закатит. Ты еще раз так делал. Хорошо, киселю посмотрю после стрима. Так, бафаемся. Из трех монстров, ну да, нельзя. Так, чпок, чпок, чпок.
Еле там что-то пробил, понятно, с этим господином все. Воруем бафы, любим гусей. Ну, а второй, ты чё? Ке пасо, тако бурито, эшкере перке? Паскуда так, бафаемся, все, светка непробиваемая. Слип? Найс. Изи. Давай сюда метку. На тебе. Ого, жирный купол. Не, давай тогда будем как-то параллельно пытаться сливать, потому что не-не-не-не-не. Ой, там еще и контратака. Еще и, по-моему, или мне кажется, уже привиделось, наверное. Типа дестрой. Тахаре! 4 комплекта контратаки, походу. 0 точности и слип. Там нормально. Это нормально, че не? О, здорово, Ноксет. Ноксет, там твой брат в чатике, ты заметил? Твой брат вернулся. Второй гусь. Задесу, где ты? Появись. Братка. Братан, братишка. Так, сюда. Вы жирные. Да, у тебя, оказывается, есть брат. Посмотри. Близнец. Ноксет. А, блин, в этом чатике не видно. Ютуб не поймет, в чем прикол. Так, давай воруем бафы отсюда. Ты видишь? Он наконец-то вернулся к тебе. Он заходил спрашивать, где мой Ноксет? Он даже писал в программу, жди меня. Так. Ёжики, да, да. Или отец, я не знаю, кто он там тебе приходится. Такой, отец! Братишка, где пропадал, да? Такой, отец, где же ты был? Ой, ой, вот это плохо. Ай, 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 вот это больно. Тут уже Светка как бы ощутила, да, больно, я согласен. Давай сюда. Ну убей! Блин, мы если сейчас не убьем его, то это габелка будет. Блин, это, кажись, АГГ. Да, сейчас минуса нет, Светку. Твою мать. Блин. Сюда? Надеюсь, сейчас хотя бы в усу ударит. Отлично. Папка не пускала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, попробуем сюда заслипать. Ноль точности, блин, почему-то не слипает, ребят. Ну, что за херня? Кого попробуем убить? Давай сюда. Давай, воруй и убивай. Серьезно? Не, ну 60 точности, ребят. Ну, минус. Не, он не выдержит. 60 точности, если что. Это пипец, как же не повезло. Просто халявщик сраный. Два раза походил, ни разу ничего не снял. Халявщик, ничего. Аукнется ему еще. Пукнется. А она сейчас заагрит меня, да? Смотрите. У него 100 резиста работает, у меня 100 резиста. Не, зачем? Почему? Для чего? Для каких целей? Так, тратить? Не будем тратить. Это карма? Видимо. Так, давай сюда. Куплено, подарено, да. Так, подхил. И давай хотя бы кому-то раскол. Пластая Марсу, который под щитом. Ай-яй-яй, чуть-чуть осталось. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, сюда. Только не загри. Опять уст. Проки Виолента. Давай, заслипай, пожалуйста. Ну все, габелла ей. Тихо, пока живем. Я просто порой офигеваю. У чувака слабее руны, но он выигрывает на проке Виолента. Стандарт, классика. Ладно, он еще пока не выигрывает. Так. Че у зарешал? Че у папочка нагнул? Виолент, да. Просто чувак лошара оказывается. Зато в крылышках весь такой в костюмчике рубиновом. Руны слабее. Но он пытается выиграть, потому что у него Виолент. У тебя тоже Виолент, но у тебя не такой Виолент. У него позолоченный какой-то Виолент. Может, купленный. Может, когда ты донатишь себе Виолент, он лучше. Не знаю. Не знаю, как это работает. Так, в итоге нам надо, скорее всего, орфистку будет выносить. Она может сбаланситься.
Поэтому мы, наверное, на нее все-таки переключимся. И мне кажется, она все-таки потоньше. Давай орфиску попробуем выносить. Паладинша мы можем на себя загреть, и она ничего не сделает. Фактически. Ой, сейчас будет битва долгая. Резист, резист. Виолентище. Да, авторежим. Попец какой-то. Так, так, не тратим. Ну отстань от меня, давай загри двоих. Мне надо двоих загрить, пару проков Виолента вот сюда выдать. И она от... Свои терки какие-то, не обращать ни внимания. 702 резиста, да плюс-минус. Еще плюс лидерка. Постребли. Просто три раза походила. Нормально. Норм-корм по ЖСПС. О, ну хоть где-то карма ее немножко. Вот так вот. И сейчас она ее склинтит. Я же убью ее. Мне кажется, я этот момент видео просто очень ускорю. Вряд ли люди на ютубе будут это все пересматривать. Поставлю музычку какую-то от Бенни Хилла. Да, и пускай фигачит. Та-ра-та-та-та-тан. Ну а как по-другому? Я ж хочу выиграть, и я знаю, что я могу выиграть. Тут победа за мной. У меня больше шансов. Вот, и еще один прок, и она минусанется. Минус, пока, домой. Нет, не пришлось видео, видимо, мне срезать. Жесть. Я же говорил, вот два прока от меня Виолента, и она минусуется. И это еще более слабый Чоу, надо было все-таки того брать Чоу. У того и хп на 3000 больше, и атаки на сотню, по-моему, больше. Ну, короче, он посильнее. Но этот зато в иммунитете. Оу, что-то разошелся. И этот, видимо, тоже с премиум Виолентом. Уже ничья вылезла. Так, огромнейшее спасибо тем, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, если у вас есть что сказать по этому видео, или там делайте предложение к следующим видео. Надеюсь, вы собираете свитки так же, как и я. Кому что нужно, пишите мне ВКонтакте. Если вам нужна консультация, чистка рун, доступ к альбому, поиграть на вашем аккаунте неделю-две, пофармить веста вас всю ночь и там до утра. Договоримся, пишите мне ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Добавляйтесь в друзья, если вам нужно что-то по делу. Добавляю в друзья абсолютно всех. Места есть. Всем побольше хороших первачей, конечно же, и побед вам на ГВ без всяких вот таких вонючих проков Виолента. До встречи на стриме каждый день 19:00. Жду тебя сегодня. Заходи. Пока-пока.